Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о стриме канала Лена и Ваня Лайв. Ну а пока я буду рассказывать, что нам Лена говорила, чем она вещала, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Благодарю всех, кто уже подписался. Без вас действительно не было бы канала. И если вы подписываетесь, я вижу, что то, что я делаю не зря. И вам это интересно. Вы этим показываете свой интерес. Также благодарю всех, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Всем огромное спасибо. Ну, а мы переходим к стриму канала Лена и Ваня Лайв. Ну, очень много было вопросов, куда пропала Лена. Прям писали, да очень много комментариев, куда она пропала и вообще, как так, нет влогов. На что Лена ответила, что вот она не хочет снимать ничего, что кормило бы ее обзорщиков, так сказать, да. Тех людей, которые обсуждают то, что она показывает. Ну, не хочет снимать, это ее личное дело, подумала я. Пусть снимает, пусть не снимает. Хочет закрыть канал, пусть закрывает канал. Ее личное дело, ну, действительно. Она показывает, люди обсуждают. И не хочет, чтобы обсуждали правильно. Закрывай канал, больше не снимай. Тут я с ней абсолютно согласна. Но вот вы знаете, какой парадокс? Парадокс в том, что, оказывается, Лена хочет снимать влоги, и она их снимала бы, если бы в Китае, куда она собиралась ехать, был бы YouTube. А так, представляете, нет смысла ей вообще появляться в Китае, потому как она не сможет ничего выкладывать, никаких влогов. Так вот, только что Лена говорила о том, что она не хочет, чтобы ее обсуждали, она не хочет снимать влоги домашние. Ну, а тут же говорит, что в Китае была бы возможность, то она сразу бы, конечно, сняла бы эти самые влоги. Да, не домашние, но тем не менее влоги. Это не был бы стрим. Как-то вот Лену очень тяжело понять. Очень тяжело понять. С одной стороны. С другой стороны, ну, я не знаю, возможно, в этом вся Лена. Вот такая она вся загадочная, да? А еще, кроме всего прочего, Лена у нас мало того, что загадочная, она еще и избранная, представляете? Вот так, а мы и не догадывались. Ну что, сама себя объявила избранной. Посмотрим, будет ли она соответствовать этому званию. Почему она избранная? Ну потому как те темы, на которые она готова говорить, мама не может поддержать разговор на эти темы. Оксана тоже не может поддержать разговор на эту тему. А ну а больше, в принципе, Лене некому-то и обратиться. Друзей у нее нет, Андрей, по ее словам, конечно, говорит, что Андрей вечно в работе, и, мол, головы не поднимает, а Ваня, что Ваня еще и ребенок. Поэтому, да, Лене не с кем поговорить, свои мысли высказать, и она считает, что эти разговоры способны вести только избранные. То есть можно сделать вывод, что Лена считает себя избранной. Да, ни больше и ни меньше. И вообще странно, да, вот она, как она выражается, не хочет кормить тех, кто ее обсуждает, снимая влоги из России, а вот если в Китае можно было бы снимать эти влоги, то она уже готова кормить тех, кто ее обсуждает. Ну, очень странная какая-то Лена, и логика у нее соответствующая. Сказала бы сразу, мне лень снимать. Я устала, я хочу отдохнуть. Ну, хоть что-нибудь такого плана сказал бы, ее бы поняли бы. Но зачем врать? Вот для чего врать? Хотя нет, Лена не врет, извините. Как она нам сама признала, говорит, я не вру. Я могу просто что-то не договорить. Да, то есть она не врет, она не договаривает просто, во как. В общем, вся она такая белая, мягкая, пушистая. А все, кто ей пишет гадости, например, писали не столько гадости, насколько я поняла у нее на стриме, а спрашивали, почему Лена врет, почему никогда не возьмет с собой какую-нибудь подружку с собой куда-нибудь. Ну вот эти, так сказать, неудобные вопросы Лена считает, что задают не совсем счастливые люди, и говорит, вы все обижены судьбой, и вообще у вас все в жизни очень плохо, и пожелав добра и счастья, и чего-то там Лена, как всегда, желает, да, посылает лучики добра, счастья, здоровья и так далее, она блокирует этих самых людей с улыбкой на лице. Ну что сказать, Лена у нас вот такая. Сама говорит, что блогер тот человек, который рассказывает о своей жизни. И понятное дело, что будут люди, которым она понравится, и будут люди, которым это не понравится. Правильно? Правильно. Кто-то будет согласен с ее мнением, кто-то будет не согласен с ее мнением. Это нормально. Но Лена считает, что есть всего два мнения. Ее мнение и неправильное. И вот всех тех людей, у кого неправильное мнение, по мнению Лены,
она с удовольствием блокирует. Интересно, а кто у нее вообще на канале останется с таким подходом? Она скоро всех заблокирует. Ну, конечно, всех, у кого глаза откроются, наконец-то они увидят, что Лена не договаривает, и не такая же она и избранная, кое она себя хочет представить, ну и так далее, и так далее. Когда уже у людей глаза раскроются, просто интересно. Ну что, будем, конечно, наблюдать за тем, как вот у Лены продвигается канал, даст Бог, будет расти. Посмотрим, сколько людей к ней придет, сколько уйдет. Ну, конечно, сколько уйдет, мы точное количество никогда не узнаем. Но приблизительно, конечно, будем видеть, да? Плюс-минус. Конечно, я желаю Лене только развития канала, только прибавления подписчиков, да? И ни в коем случае я не говорю это так, как говорит это Лена, да? Вот с такой вот, с таким подтекстом, что ли, да? Что вот вам всего хорошего, а сама блокирует. Нет, никогда в жизни. Только добра желаю Лене и ее каналу. Пусть он растет и развивается. А всех тех, кого Лена заблокировала, прошу на наш канал. Почему бы и нет? На нашем канале можно выразить свое мнение, отличное от мнения Лены. И Лена не сможет заблокировать, но я уверена, она ходит по обзорным каналам и читает все, что пишут в комментариях. Поэтому, если хотите, чтобы Лена увидела, что вы хотели бы ей сказать, пишите на нашем обзорном канале. Несколько раз Лена говорила о том, что счастье – это когда родные рядом. Счастье – быть рядом с родными и близкими. Счастье – это родные и близкие люди. Ну и так далее. Я так понимаю, что был разговор, возможно, с мамой, возможно, с мамой и папой. И Лене дали понять, что море – это далеко не все. И что родные и близкие – это на самом деле важная составляющая жизни любого человека. А море что море? Оно было, есть и будет. А вот родные и близкие, да, вот, к сожалению, не такие вечные, как море. И я надеюсь, что до Лены это дошло. Потому как она несколько раз говорила на стриме, что вот, хотелось бы в Турцию, хотелось бы там жить. Вплоть до того, что там снимать квартиру, пусть даже не имея собственного жилья, да, хотя бы снимать там квартиру. Но, говорит, не все, точнее, никто не хочет из родных и близких со мной там жить. Ваня не будет там жить, потому как Андрей против. Андрей считает, что ребенок должен закончить школу на родном ему языке, на русском языке, и только в России, но это правильно. Абсолютно верно. Тут я Андрея поддержу. Правильно он сказал, да. Нечего ребенка срывать среди учебного процесса. Ну, а мама, папа, понятное дело, никуда не поедут. Андрей тоже не горит желанием переезжать в Турцию. У него работа в России. Хотя, в принципе, он мог бы, как Лена нам говорит, работать из любого уголка земли. Мол, был бы интернет. Ну, что сказать. Посмотрим, конечно, что да как будет дальше, но пока очень и очень против Андрея того, чтобы Ваня переезжал. А Лена одна, вы знаете, она, я так поняла, что готова была поехать. С одной стороны. С другой стороны, возможно, ей снова родители не особо разрешают оставлять Ваню одного. Ну, как одного? На родителей. Потому как Андрей вечно занят, он весь в работе. Опять же, со слов Лены. Ну, а бабушка с дедушкой, конечно, не горят желанием жить с таким внуком, который приходит на дачу только для того, чтобы что-то поломать, разломать и так далее. Так нам Лена сказала, да. Ваню можно взять на дачу только когда надо что-то поломать. Зачем бабушке и дедушке такой внук, который приходит только все ломать, а не созидать? Поэтому, да, все правильно делают, что не отпускают Лену даже на какое-то время в ту самую Турцию пожить. Не хотят жить с внуком сами. И это правильно, потому как дети должны жить с родителями. Родители рожали детей для себя, но никак не для бабушек и дедушек. Очень были рады написать в комментариях Лене, чтобы она отдохнуть отправила Оксану вместе с Юрой в Китай. Отдохнуть в первую очередь от себя, от своего присутствия. Но что Лена та самая, которая самая добрая, самая позитивно настроенная, самая классная такая, да? На что Лена ответила, я со своими родными разберусь без вас. То есть рот закройте, тепло не тратьте. Как-то так. Обалдеть, да? Вот так быстренько Лена перебывается в воздухе. Сказала Лена, что теперь будет с собой брать только трусики и бусики в багаже. Да, потому как устала она таскать какие-то чемоданы. Но опять же, все чемоданы таскала Оксана. Странно, правда? Или Оксана тоже высказала свое фе? Вполне возможно. И я порадуюсь за Оксану, что она наконец-то смогла поставить себя. И как-то вот Лена тоже поняла свои рамки дозволенности.
И теперь говорит, все-все, буду только по минимуму всего брать. Ну, надеюсь, что все было именно так, как я и говорю, что Оксана все-таки сказала, что этого делать не стоит, на ней вот так вот ездить, как ездит Лена. Но опять же, посмотрим мы, конечно, в следующую поездку, что да как у них будет. Лена говорит, вплоть до того, что даже ноутбук не возьмет. Думаю, ага, значит, когда на горизонте? Ну, опять же, это по моему мнению. С чего вдруг такие резкие перемены, да? Казалось бы, все хорошо так шло. И, то есть, даже ноутбук она не возьмет с собой. Почему? Потому как если вдруг ей придется нести чемодан, чтобы не было лишней тяжести. Представляете? Вот так она любит себя. Ну, в принципе, она любит только себя, это понятное дело. Хотя говорит, нет-нет, я Оксаночку очень люблю. Это самая-самая классная сестра на свете, ну и так далее. Ну да. Ну, с Китаем, как выяснилось, пока ничего не известно, непонятно, поедет ли она, не поедет, но больше склоняется к тому, что не поедет, там Ютуба нет, ну и так далее. Теперь вот Лена хочет ехать в Дивеево. Ну, думаю, это и хорошо, пусть Оксана и Юра поедут вдвоем, отдохнут от Лены. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Вот, и Лена теперь намерена ехать в это самое Дивеево и говорит, вот у меня нет рубашки такой вот для купания, так сказать, да? Но какая-то была, но она просвечивает. Вот так Лена и сказала, просвечивает. Не просвечивается, да, а просвечивает. Думаю, что просвечивает Лена на рубашку? Очень интересно. Ну, думаю, ладно, это полбеды. Когда я увидела, что ей написали в комментариях, что, мол, не беда, что просвечивает. Ага, думаю, ну все, все правильно. Каков поп, такой приход. Вот 100%. Какая Лена, такие у нее ее преданные зрители. Ни больше, ни меньше. Они поняли друг друга. Хотя, в принципе, что Лена, что ее зрители говорят неправильно. И вот было там такое выражение, мол, приезжайте к нам, куда она там звала ее. Не помню. В общем, я, говорит, с Кишинева, например, да, приезжайте к нам в Кишинев и так далее. Вторая написала, я с Ростова, приезжайте к нам в Ростов. Третья тоже написала, откуда-то она была с какого-то города, да, не из, а с. Ну, что сказать, Лена это нормально восприняла, конечно, прочитала эти все сообщения, все классно. Кстати говоря, в Кишиневе приглашали в Криковские подвалы, да, в село Криково. Протяженность подвалов 180 километров, и Лена как-то так прочитала без особого энтузиазма, так сказать, да, без особого энтузиазма, с одной стороны, а с другой стороны, как-то вот она, смотрю, заинтересовалась этим делом и, возможно, полетит в Кишинев, почему нет, в Криковские подвалы, а там, тем более, в конце этой самой экскурсии по этим самым улицам винным, дегустация вина. Но Лена сказала, что она очень любит вино, но не любит шампанское, потому что шампанское – это не вино. Думаю, ну, именно по этой причине ты и возила с собой шампанское. И возила с собой в Турцию, это был лишний груз. Ну, конечно, не тебе таскать, мы об этом уже поговорили, да? И, конечно, именно по этой причине, что ты вообще не любишь шампанское, ты смотрела, сколько стоит бутылка шампанского в аэропорту, да? Только и по этой причине, что не любишь шампанское. Да? Да. В общем, Лена, конечно, да. Она не врет, она не договаривает. Все по-честному. Спросили про коллаборацию. Понравилось ли ей? Она говорит, что вроде как да, но вроде бы и нет. Почему? Да, коллаборация Судакова ей понравилась. Нет, коллаборация с Крыловым ей не понравилась. Очень много негативных комментариев. И, конечно, понятное дело, по мнению Лены, что эти все комментарии пишут только обиженные судьбой люди. И вообще, думаю, интересно, сколько же этих людей-то? Посмотрела в Лена, какое количество этих самых комментариев плохих. Ну, по мнению Лены, плохих. Да? Не может быть такого большого количества обиженных судьбой людей. Ну, просто невозможно это, да? Никогда не бывает такое, что я один хороший, а вы все такие плохие. Ну, не бывает. Лене надо немного, я так думаю, пересмотреть свое отношение к людям. И посмотреть, что она нам показывает, как она это все преподносит, что она говорит и так далее. И тогда, конечно же, поменяются и комментаторы, и комментарии, и как-то вообще ее канал заиграет новыми красками. По крайней мере, мне кажется, что именно так оно и произойдет. Ведь, в принципе, люди реагируют на то, что Лена нам показывает. Ниоткуда с потолка, правда, это берется, ниоткуда, не знаю откуда. Нет. Только по факту, вот что Лена нам показывает, что Лена нам рассказывает, вот эти вот все факты складываются воедино, и люди пишут свое мнение в комментариях. Просто не всегда эти комментарии Лене нравятся, потому как Лена
делает не всегда то, что людям нравится, да? Ну, а так как у нее в бане очень много людей, то есть это не нравится очень многим людям. И вместо того, чтобы банить людей, на самом деле, Лена пересмотрела бы свою концепцию ведения канала. Ну, а дальше Лена заявила, что те люди, которые пишут ей плохие комментарии, значит, у них нет проблем с образованием и с лишним весом. Из этого я могу сделать вывод, что все-таки у Лены есть проблемы с образованием и с лишним весом. Ну, согласитесь. Значит, как-то так, да. И вообще, все те, кто не понимает танцы Лены и Оксаны, у этих людей нет стремления к получению позитивных эмоций. Понимаете как? Вот так. Это не Лена с Оксаной плохо танцуют. Как-то нелепо и кривовато, и странненько как-то все это, да, у них. Непонятно как-то действительно все это выглядит со стороны, но нет. Лена выворачивает все так, чтобы ей было удобно. И просто это люди не понимают их танцы. А они-то танцуют отлично, практически профессионально. И они дарят нам, конечно же, позитивные эмоции. Просто не у всех людей есть стремление к получению этих самых эмоций. Ну да, беда-беда. И, конечно же, в завершающей фазе своего стрима она нам сказала, что хочет все-таки понять, что для нее главное, море или семья. Ой, и мне тоже хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Что же для Лены главное, море или семья? Ну, учитывая то, что Лена говорила, что за этот вид она все отдаст. Усыновите, удочерите меня. В Турции хочет она жить. И море для нее это все. Помните, она говорила, да, про это? То, по крайней мере, на данный момент я могу сделать вывод, что сейчас для Лены важнее всего, конечно же, море. Семья у Лены, конечно же, на втором плане. Но опять же, я уверена, что был разговор с родителями, и родители все-таки дали понять, что все-таки родные должны быть на первом плане. Должны быть. Но то, что должно быть, не всегда оно есть так, да? Так что посмотрим, конечно, со временем, что да как Лена будет говорить, как она себя будет вести, и покажет ли она нам своим отношением к Ване хотя бы, да? Что Ваня для нее ближе, чем Алания, чем море, чем Турция, чем солнце и так далее, чем кайфушечки и всякие другие поездочки и развлечения. И тогда мы, если увидим, что Ваня для нее все, что она стала интересоваться учебой ребенка, его увлечениями и так далее, и так далее, и так далее, его питанием, пересмотрела бы его питание и так далее, о его здоровье подумала бы, то тогда действительно мы могли бы сделать вывод, что да, действительно, Лена пересмотрела свое отношение, и теперь для нее семья важнее, чем море. Но опять же, посмотрим, будем жить, будем видеть, посмотрим, что да как будет дальше. На этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!